Поженились в канун профессионального праздника. Сегодня день сотрудников органов следствия. И эту дату для свадьбы выбрали следователи Егор Мироненко и Вера Алексеенко. Их считают одними из самых сильных в Омской области. Удивительная история любви, дружат с первого класса. Почему связать себя узами брака решили в свой праздник? И о том, как раскрываются в Омске самые сложные преступления, далее в нашем сюжете. Мне снилось, что у меня букет замёрз. Испугались? Да, я проснулась быстрее к холодильнику, все красиво, цветы свежие, все нормально. Есть некое волнение. Последние штрихи перед церемонией. Следователь Вера Алексеенко официальную форму сменила на свадебное платье. Ее жених Егор Мироненко тоже следователь. Именем Российской Федерации объявляем вас мужем и женой. Несмотря на свой молодой возраст, 26 лет, вместе уже 19. Дружат с первого класса, сидели за одной партой, с тех пор неразлучны. Познакомились мы еще 19 лет назад, получается, на линейке 1 сентября 2003 году. Дергал за косички, что дети обычно делают, когда им девочка нравится. Я уже, наверное, не помню, но дергал, 100% дергал. Конечно, всегда так делал. После школы Егор и Вера пошли по стопам отцов, сотрудников милиции и поступили на юридический факультет. Ну а сразу после свадьбы на работу. Срочный выезд. В этих зарослях прохожие обнаружили мужчину с ножевыми ранениями. Он скончался в больнице. По секторам я вот по часовой стрелке осматриваю каждый сектор вот данного объекта. Особо обращаем внимание, вот в частности, на кустарники. Следователь фиксирует и собирает все предметы на месте. Имеют ли они отношение к убийству, станет известно после экспертизы. Егор Мироненко считается одним из самых сильных следователей региона. Именно он расследовал уголовное дело по факту издевательства над 8-летним ребенком. Отчим ребенка и родная мать ставили мальчика коленями на сухую гречку за любую провинность. Крупа буквально вросла в кожу мальчика. Да что, я уже устал стоять. Его супруга Вера Алексеенко до этого работала в полиции в Следственном комитете всего год. Ее уже признали самым лучшим молодым следователем. Несмотря на хрупкую внешность, девушка расследует одни из самых сложных уголовных дел. Одно из резонансных – Амич изнасиловал 15-летнюю школьницу и залез на дерево. Так надеялся скрыться от правоохранительных органов. Саша, посмотри, он залез наверх, изнасиловал девочку. Свой профессиональный праздник следователи проведут на работе. Молодожены говорят, общая работа сближает. За все время общения они ни разу не поссорились. Говорят, единая цель, чтобы преступности в Омске было меньше. Татьяна Сурова, Юлия Думанова, Александр Венгрус. Вести, Омск.